небольшой обзор русской аптечки для мобилизованных. Собственно говоря, аптечка представляет собой что-то похожее на израильский бандаж. Типа косынки. Но это не израильский бандаж. Не израильский бандаж. Вот такой вот альтернативный жгут. Не турникет, жгут, как в 41-м. И памятка. Со всякими советами. Укажи себе помощь. Да. Окажи себе помощь. Сакцентировать внимание, что партия выпущена, производитель какой-то там, Санкт-Петербург, 22-й год. То есть это вот аптечки, выпущенные именно для мобилизованных. И они вот настолько как бы нищебродские, скажем так. Мобики, радуйтесь. Как-то вот так вот.